Сегодняшний мой гость – это хайкинговые ботинки Falcon GV от известного производителя итальянского обуви, трекинговой, спортивной, повседневной фирмы Asola. Давайте познакомимся с ними поближе. Себя представляет данный ботинок. Это достаточно легкая конструкция, в моем 45 размере полупара весит 580 грамм, изготовленная из сочетания замши толщиной 1,6-1,8 миллиметров, влагозащитной замши и нейлона, вы видите, такого вот рипстопа, в некоторых местах на него нанесена вот такой вот полимерный рисунок. И служат эти ботинки для тех, кто ищет максимально легкую, но при этом удобную и прочную обувь для различных типов местности. Начнем с ними знакомиться. Итак, подошва от известного производителя Vibram. Самоочищаемая и прочная подошва. Цепкая. Видим, что в районе носа дополнительно термополиуретановая защита. Пяточная часть тоже достаточно сложная. Полиуретановый поперечный стабилизатор. И промежуточная подошва из EVA, этилвинилацетат. Чем интересен этот материал? Что как зимой, так и летом он одинаково пружинит, вне зависимости от перепадов температуры, и эффективно гасит ударные нагрузки, возникающие при ходьбе или беге по пересеченной местности. Подошва, кроме того, что цепкая, еще и достаточно гибкая. Обратите внимание, вы можете ходить в этом ботинке и не чувствовать себя как в лыжной обуви. Гибкая подошва, цепкая подошва, удобная и самоочищающаяся. Верх ботинка, как я говорил, это замша и нейлон. В некоторых местах замши у нас несколько слоев в районе пятки, с боков. Шнуровка классическая. Шнурки тонкие, круглые. Шнуровка состоит из 4 закрытых петель. Видите, ничего не цепляется. Тканевой петли и крючков. Шнуровка достаточно надежная. Ботинок при небольшой высоте обеспечивает достаточную поддержку голеностопного сустава, при этом не будучи слишком жестким и не сковывающий движений. И, как я сказал выше, ощущения жесткого трекингового ботинка в этих ботинках нет. В них удобно ходить, бегать, водить машину. Язычок вшит достаточно высоко. Вы видите. Сверху язычок дополнительно нашит тесьма. Кроме центровки, эта тесьма служит дополнительным усилением, чтобы шнуровка не натирала вам тыл стопы. Стелька в ботинке Light 2 Plus используется. Она изготовлена из такого губчатого материала с перфорацией. Служит для того, чтобы отводить влагу от ноги. При этом вместе с промежуточной подошвой является эффективным средством гашения вибрационных нагрузок, возникающих при ходьбе. А дополнительно в районе пятки мы видим усиление из этилвинилацетата, EVA пенки. Верхняя часть ботинка изготовлена из неопрена.
служит для того, чтобы удерживать голеностоп при плотно зашнурованном ботинке, но при этом, чтобы давление на него было распределено максимально ровно и комфортно. Внутренняя подкладка в ботинке – это Gore-Tex Extended Comfort Footwear. Вшита она до язычка, поэтому вы можете спокойно мерить воду вот по эту высоту. Сзади у нас дополнительная накладка в районе пятки и присутствует петля для того, чтобы можно было ботинок подвесить, если вы пользуетесь подходной обувью, а места у вас в рюкзаке нет, или для просушки. Что я хочу сказать в целом об этом ботинке? На практике эти ботинки показали себя универсальной и гибкой обувью, способной адаптироваться к различным условиям их эксплуатации, будь то горы или прогулки за городом или в лесу, как с рюкзаком, так и без, или при использовании в городе в качестве повседневной обуви, а также этот ботинок вполне может заменить тактическую обувь. Да, вы не ослышались, действительно, этот ботинок может заменить тактическую обувь. Вот у нас ботинок от известного производителя, качество которого, к сожалению, за последних несколько лет крайне упало. Появляются быстро дырки в подкладке. Значительно быстрее изнашивается подошва, чем в моделях несколькилетней давности. К тому же, наш претендент имеет подошву от известного производителя. Это гарантия качества. Вес на 100 грамм практически легче. Действительно, на ноге он сидит значительно легче. Поверьте, у меня есть порядка 8 пар вот этого производителя. И Ословой я дружу уже порядка 9 лет. У меня богатый опыт ношения этой марки. Удачное цветовое решение от Asola Falcon GV носить данный ботинок с униформой. А степень комфорта я вам рекомендую просто владельцам данной модели найти в магазинах и померить. Еще одна проблема, с которой сталкиваются пользователи обуви с мембранами, это проблемы с ногами. Многие жалуются на то, что ноги у них излишне потеют, появляется запах опрелости, омозалелости. Все эти проблемы возникают из-за неправильной обработки обуви, ее чистки и неправильно подобранных носков. По поводу обработки мембранной обуви, желательно обрабатывать ее специализированными средствами. Можно сразу забыть о всяческих кремах и ваксах,
которые забивают поры, мыть обувь перед обработкой специализированными пропитками стоит специальными гелями, моющие средства которых также не забивают поры в мембране, и обрабатывать лучше специализированными пропитками. Я выбрал для себя этот бренд, достаточно долго с ним работаю, вся обувь пропитана пропитками от них вакс. Почему? Я считаю, что это оптимальное решение. Пропитки водорастворимые, без всякой фторуглеводородов и других растворителей, которые используют другие пропитки. Легко наносятся. Обувь при этом достаточно долго не впитывает влаги. Поэтому, если вы для себя хотите сухие ноги, а применительно к этой обуви вам подойдет вот такое вот решение. Это пропитка для кожи, замши и ткани комбинированная. Форма выпуска может быть как аэрозоль, так и мочалка. Выбирать вам. Как обрабатывать обувь я рассказывал в своих других обзорах. Ищите на видеоканале. Второе решение, которое позволит держать ваши ноги в тепле, это правильно подобранные носки. Если ваши носки имеют хоть небольшое количество хлопка в своем составе, ноги у вас будут мокрые. Почему? Потому что волокна хлопка промокают, не выводят влагу на мембрану, как это делает шерсть или Кулмакс, и ноги у вас остаются мокрыми. Поэтому выбирайте носок или с шерсти мериноса, или с Кулмакса от известных производителей. Я перешел на шерсть, потому что, в принципе, она стоит столько же, сколько и фирменное решение с Кулмаксом. Как по мне, в шерсти мне комфортней. Что выбирать вам? Пробуйте. Я свои рекомендации вам дал. В целом, хочу подытожить. Если вы ищете для себя универсальные ботинки, максимально легкие, удобные, прочные ботинки, которые могут быть не только туристическими, но и городскими или легкими военными, то обратите внимание на модель Falcon GV от известного итальянского производителя Assola. Это легкий, качественный, надежный ботинок, который обеспечит вам комфорт и удобство, достаточную поддержку голеностопного сустава, не будет при этом слишком жестким и не сковывать движение. Ботинок, который благодаря высококачественным материалам и подошве от известного производителя Vibram прослужит долго и будет вас радовать, позволяя вам сосредоточиться на отдыхе или работе и не обращать внимания на неудобную обувь. Более детально об этом ботинке и других изделиях от Assola я расскажу в своих обзорах. Читайте блог, подписывайтесь на видеоканал. У нас каждый день новые новости. Спасибо, что остаетесь с нами. И всего вам самого наилучшего. До новых встреч!